НК «Теплохимонтаж», в частности, акционерное общество, машиностроительная компания «Теплохимонтаж», промышленные печи. Занимаемся производством промышленных печей, термообработкой. Производим различного плана печи с выкатным подом, карусельного типа, с шагающими балками. Охвачен очень большой спектр, за исключением, пожалуй, вакуумных и индукционных печей. Также занимаемся различного рода закалочно-отпускных линий. Компания успешно развивается, охват заказчиков становится гораздо больше. Мы работаем по всей территории России. Работаем и в Челябинске, и в Первоуральске. Также направление Ижевск, Санкт-Петербург. Посетители этого года, скажем так, немного сократились, но были более направленные люди с конкретными запросами, с конкретными заказами, с подготовленными техническими заданиями. Люди перестраиваются в связи со всеми событиями. Больше в России производят своего, меньше закупаем импортного. То есть настраиваемся именно на эту политику. Желаем продуктивных итогов выставки и рассчитываем традиционно видеть вас в качестве участника. Да, большое спасибо. Мы будем, я надеюсь, выставляться ежегодно. Для нас это главная выставка. Очень приятно быть в центре внимания, быть приглашенными. Ждем всех наших заказчиков, ждем тех, кто уже работал с нами. Мы всегда рады видеть, всегда рады осуществлять гарантийное обслуживание. Спасибо большое. Мы производим под ключ вакуумные печи для термообработки, пиролиза, карбонизации, печи для процессов химического охлаждения с газовой фазы, химической инфильтрации с газовой фазы. Под ТЗ заказчиков разрабатываем с нуля, делаем инжиниринг, пусконаладку и так далее. Это наша первая часть в данной выставке. В целом корреляция будет, я думаю, нормальная, подходит к конкретными вопросами, запросами. Так что, я думаю, будет полезно. Итог выставки будет положительный. Здравствуйте, меня зовут Сергей, на выставке я представляю компанию «Тулутерм». Это завод вакуумного и термического оборудования. Наше предприятие занимается производством вот уже 16 лет. Находимся мы в центре города Тулы. Мы разрабатываем и изготавливаем лабораторное и промышленное оборудование.
такое как сушильные шкафы, электропечи, вакуумные печи и многое другое. Также мы занимаемся ремонтом, обслуживанием и модернизацией как своих установок, так и сторонних производителей. В нашем предприятии есть конструкторское бюро, что позволяет нам проектировать изделия под конкретные технические задания. В текущем и следующем году мы нацелены на замещение выпавшей с рынка продукции и на разработку вакуумных печей для светлой закалки и вакуумной цементации. Компания «Тулотерра» в моем лице благодарит организаторов выставки за предоставленную возможность вживую познакомиться и пообщаться с заказчиками, что позволит нам расширить нашу клиентскую базу и найти взаимопонимание при подборе оборудования. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго.